Добрый день, Андрей. Добрый. Поздравляю вас с титулом лучшего игрока прошедшего тура Кубка ФК «Универ». Спасибо большое. Прокомментируйте ваш последний матч против команды «Этуаль». Игра была очень важная для нас, так как в предыдущих двух турах мы проиграли, и необходимо было реабилитироваться, вернуться в чемпионскую гонку, так сказать. Поэтому уступить в этом матче права просто не имели. К счастью, все сложилось хорошо для нас, и результат благоприятный. А чем можете объяснить такой счет матча? Ну, команда «Этуаль» не пришел на игру вратарь, поэтому ставил полевой игрок. Возможно, в силу этих обстоятельств мы забили такое большое количество голов. Ну и, в общем, сыграли хорошо в атаке и реализовали свои моменты. Команде «Никандарс» еще никому не удавалось забивать 6 мячей в этом сезоне. Это можно списать на характер игры? Да, однозначно, потому что в течение поединка разрыв в счете был 6 мячей. Мы во втором тайме расслабились и немного так начали играть в полноги, если честно. Поэтому, возможно, пропустили так много мячей. Ну, конкретно в этом матче удалось быстро забить гол в первой же моей смене, поэтому я почувствовал, что игра идет. И поэтому вот не стеснялся, брал мяч, выигрывал. Ну, хорошо, что получалось. Вы относительно молодой игрок высшей лиги. Как давно в ней играете? Можно ли сказать, что вы уже адаптировались к этому уровню высшей лиги? Я играю третий сезон высшей лиги на Кубке «Универ». Я считаю, что уже адаптировался вполне. Уже, скажем так, нет для меня таких прям авторитетов в ней, как были в первом сезоне, когда я боялся к некоторым людям просто подходить на расстоянии ближе, чем 1 метр. Но сейчас уже чувствую себя своим здесь. В прошлом году вы стали чемпионом в составе команды «Никандарс». Есть ли цель попасть в какую-нибудь индивидуальную номинацию среди игроков высшей лиги? Индивидуальная номинация – это хорошо, конечно, я был бы не против получить какую-то из них. Но цель у меня немного другая. В прошлом сезоне меня подкосила травма, и в решающих матчах я не играл. Поэтому хотелось бы повторить чемпионство с «Никандарсом» и при этом сыграть в полуфинале, в финале и почувствовать, собственно, весь полноценный вкус победы. Если вдруг вам поступят предложения от команд экстралиги, согласитесь ли вы играть и какие планы простираются, или ваши планы простираются только на областной уровень? Знаете, наверное, скорее нет, чем да, потому что если бы это было, может, года 3-4 назад, я бы еще подумал. Сейчас я получаю высшее образование медицинское, поэтому, скажем так, я уже определился со своим будущим. И это, наверное, не профессиональный футбол или футзал, поэтому скорее нет.